Муниципальное предприятие «Вторресурсы» за счет собственных средств приобрело новый мусоровоз. В ближайшем будущем жители Асбеста увидят его в работе. Стоимость автомобиля – около 4 миллионов рублей. Предприятие давно и особо остро нуждается в транспортных средствах, вывозящих твердые коммунальные отходы. Последняя покупка мусоровоза была в 2013 году. На сегодняшний день в автопарке 6 мусоровозов. Их ресурс уже выработан. Износ составляет порядка 80%. Необходимо обновление автопарка. Захват данного автомобиля позволяет осуществлять погрузку как уже имеющихся стандартных контейнеров, так и контейнеров 1,1 куба, так называемых евроконтейнеров, которые выполняются уже с крышками. При переходе на новые контейнера, установке новых контейнеров, данный автомобиль позволит осуществлять погрузку как старых контейнеров объемом 0,75 металлических, так и новых пластиковых контейнеров. Данная техника будет использоваться на территории Асбестовского городского округа для вывоза твердых коммунальных отходов. В текущем году это не первое крупное приобретение. В апреле предприятие «Вторресурсы» приобрело весы для городского полигона, так как все объекты размещения коммунальных отходов обязаны иметь на полигонах весовое оборудование для коммерческого учета. Данное оборудование позволяет взвешивать машины, которые заезжают на полигон, и учитывать массу размещаемых отходов. Стоит отметить, далеко не все муниципалитеты приобрели такие весы. Данное оборудование стоит порядка 700 тысяч рублей, поэтому изыскать такие средства в местном бюджете для исполнения действующего законодательства было проблематично. По этому поводу директор муниципального предприятия «Вторресурсы» Андрей Брусницын пояснил, что сработали совместно с администрацией, заложили деньги в бюджет в 2018 году, чтобы вопросы по нашему полигону были сняты. Мы можем теперь взвешивать до 40 тонн. Кроме того, наличие весов – это одно из условий для лицензирования предприятия. Юрий Чиликин, Максим Фетисов, Новости АТВ.